Краб! Это ты сказал? Ты! Я! Бэ! Ой. Жорик, это не ты сказал! Это не я сказал! Владик, кто сказал? Это бурундук, которого ты ловил тогда. Ловил? Вот такая... Вот это да! Вот да. Это игрушка! Смотри. Ну все, ладно! Я выключил. Вот это ты пошутил надо мной! А ты подумал, что это я? Да! Ну, у меня вот есть более интересные игры. Ну, да. Да. Здравствуйте, ребята! Вот и сувенир! А вот я люблю играть, знаешь, какие игры? Какие? В прятки! В прятки? Да! Это как? Ну это как? Вот давай ты сейчас закроешь свои глаза и посчитаешь, да? Ну хватит до пяти. Ага, а что потом? А я спрячусь, а ты меня ищешь. Хорошо, давай. Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать. Ёль, ты где? Ты что так спрятался? Ничего себе! Ну как тебе игра? Интересно! А теперь давай наоборот! Давай! Раз, два, три, четыре, пять! А, попался! Ты так быстро посчитал, я даже не успел спрятаться! Ну давай еще раз! Да! Да. И! Отвернись и закрой глаза! Я закрыл глаза! Да не... Мимо к себе закрой! Ты же... Ладно, мне... Давай! Раз, два, три, четыре, пять! Я уже... Иду искать! Ой, где же он спрятался? Ой, так спрятался! Так спрятался далеко! Ой, наверное, я убежал! На улицу вообще-то убежал! Вообще-то я здесь, ку-ку! Вот так! Вот! Классно спрятался, да? Классная игра! Да! Ребята, а давайте будем каждый день или через день играть в такую классную игру, как это, прятки называется. А еще хорошо, когда много людей, наверное, да? Да, много! Да, человек 5, 10 может. 15! 20! Вот! Да. А еще какую-нибудь игру ты знаешь, такую подвижную? Подвижную? Да. Нет, не знаю. А вот я знаю. Вот давай поиграем в игру. Какой? Казаки-разбойники. Давай. Ты будешь разбойник. Нет, разбойник. Казак? Ну и не казак. О, давай будет. О. Какие-то недобрые для казаков и ну? Для разбойников. Давай это будет разбойник. Давай. А это будет казак. Давай. Да, вот. Ты убегаешь, я догоняю. Давай. Классная игра, да? А чего ты не догоняешь? А, уже догоняю! Попался! Вот это классно! А потом, Жорик, мы меняемся. Ты становишься разбойником, а я казаком. И ты меня догоняешь. Интересно очень. Вот такие интересные подвижные игры. Ну это, наверное, надо играть утром или днем, да? Да можно это играть везде, когда есть свободное время. И еще... Это лучше, чем просто там сидеть и играть там какие-нибудь игры там странные, там крестики, нолики. Да. А вот это и здоровью помогает. Да. Ой, что-то мы забегались, а уже так спать хочется. Ой, да. А еще мультфильм не смотрели. Не смотри, давай посмотрим. Пошли смотреть. Давай. Пошли смотреть. Так, вот мультфильм. Вот мультфильм, мне удобнее устроить. Давай, вот так. Вот это мультик! Вот это где-нибудь